Всем привет! 7 число, 7 августа. Заканчивается мой отпуск, и мой друг Андрюха, вот он, вытаскивает меня на троллинг. Я еще не был на этой штуке. Нужно посмотреть. Наденьку мы уже загрузили. Там опять у нас поклажа полная. Вот, моторчик сверху, видите, лежит. Так что вот, а что из этого получится? Увидим, посмотрим. Думаю, что будет интересно. Погода пока что шепчет. Так что. Ну вот мы приехали в прекрасное место под названием как? Косково. Сейчас будем доставать наш корабль. Сначала мотор. Сердце корабля. Красота. Там он на яхте кто-то отдыхает. Вода малая, ушла вода. А, люди качают. Ну чё, вот она. Наша Наденька. Здесь она еще не бывала. Так, ну вот, мы ладью нашу накачали. Сейчас пойдем ее спускать на воду. Что-то не так? Будет немножко сладко. Я пошел там со следующим. Ага. Решаем вопрос, на что ловить. Мишка, говорят, ловил на этого оглера. Он его и привез. Мишаня, посвящаю начало заезда тебе. Обратил внимание. Сразу ты что-то... Ладно, все, пытаемся заводиться. Давай. Страшно, наверное, будет. Сразу. Держать было страшнее. Вот мы и на воде. GoPro стоп видео.
Мишаня, твой воблер сработал. Такая пивошечка. Да, ложку складываю. Все. Да. Мы бы выпили, но мы за рулем. Ну нельзя же так. Ты что, будешь каждый раз учиться? Так. Вот так здесь остается. Руки-то у нас нет, чем тряпку нельзя. Что, Мишкин воблер сработал еще раз? Да, уже две. Андрюха отметил. Наполняем кукан. Тоже ход влияет. Ну что, увеличиваешь ход. По-другому идет воблер. Когда натянет. Давай, Санька, сегодня твой день, долбай. Прикалывайся. Вот у меня стало барабанить. Да, сейчас я ухожу немножко. Повыше спини, подними. И подмотай чуть-чуть. Сейчас уже она пройдет. Знаешь, почему не клюет? Вторую-то я не отметил. Ну так. Ну так вот. Ну так. Или ты отвечал за вторую, а первую не отметил? Вот. Ну так достал, быстренько исправил положение. Похоже, знает, где стоят. Там отдыхает просто. То, что Коскова направо уходит, второй Степановский, а может быть там. Там еще есть. Такие эти. Да. Там вообще он та гряда еще выше, блядь. Там по берегу. Так, пока мы больно далеко идем. Здесь глубокая яма. А поглубже, чем там. Похоже, что место для доночника. Да, тут доночники постоянно сидят. Я удивлен, что никого нет сейчас. Ну что, забрасывать? Да я вам туда брошу, да и все. Ага. А ты это самое. Ладно, что? Может быть, это уже это, не это. Отмена уже может быть. Не знаю. Так он падает. Давай, пока разматывается.
Опять отцепилась. Не отвалился. Ну ты сразу же туда его. Что-то тащит. Сейчас я сниму, блин, на камеру, блин. А, нет, зацеп. Все, отцепили. Что ставишь, покажи. О, сейчас посмотрим. GoPro стоп идет. А может быть тролинговать было? Можно было до отсюда тоже потролинговать. Так подожди, мы еще вон обратно пройдемся. Один раз пройдем следующий. На этой кошечке частенько поклевочки бывают. Надо хвалить место. Место хорошее. Как-то с Лехой вон кустик, видишь, в воде торчит. Вот. Вот. Вот акустик, да. Вот тут и вертелись. Все поклевки были около него. Зад вперед, зад вперед, зад вперед. Тут и брала. Почему не знаю. Ах ты ж тварь. Собака. Тут отцепился, но отцепился. Плохой был, маленький, невкусный. Да, 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 да. Тощий, блин, ему сил не хватило. Тык, 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 и все. Да. Что там? О, тихо. Блин, то же самое было. Тот же самый, наверное. Сейчас по 0,1, 0,2. Тут вообще хорошо около берега-то, блин. Глубоко. Да, тут ямочка. Ну и где же наш судак? Не видать. Милого друга. Водички прибыло. Видно, что прибыло. Ты ушел? Да не ушел. Небольшой. Так мне не вынимать ты-то. Не вынимай, наверное, как масочек возьми. Беленькая, ну. Окунь хороший. Да? Теперь немножко развернет и вынимать. Так раз подойдешь и будет, то кольцо. Давай отсюда. Давай. Че, мне туда налево? А как обычно. А, мне направо. Направо. Налево. Направо никак. Нет, только налево. Хочу судака, хочу судака. Давай, да, давай, да. Давай, давай. Что-то есть. Давай. Если я не ошибаюсь. Как близко будет, скажи? Ну, близко. Своим? День, что ли? Поверьте, я ее целую. Вали отсюда. Иди маму с папой. Да, большой. Давай. Пойдем.
Сегодня видишь, день шнурка такой. Очередной шнурок. Достали они. Достали. Ну, я всех обцеловал. Братья, губы в чешуе будут. Красиво уходит. А что она, не Олимпиаде, не на Олимпиаде, что ли? Да, пришли будут. Да. Ты разворачиваешься? Еще зайдем еще так? Наверное, нигде. Позже. Напильник, да я его отпускал же уже. Не может? Я что сегодня такой за хуйня? Зачем ругаться-то? Молодец, ты же старался. Вот. Был пойман и будет опять зацелован и отпущен. Маленький, но целуется! Саша поймал жереха. Покажи, Андрюша, вот сюда. Жерех. Это жерешок. Вот так вот. Причем первый. Я даже не ловил жерех. Учись, студент. Опять плывем наверх. А других там много. Это жерешок. О! Ну вот. Первый жерешок пойманный на троллинг нашей компании. Вот Саня, блядь, появил таки жерешок. Хорошая кудишка. Все, очень даже хороший. Приличная кудишка. И он даже, он неприлично поступил, взял и... К моему этому головлю, да, или как он там? Жереху. Ушел сам. Там вот под деревом все. Вроде и берега хорошие, и обрывочки такие, ямки. Рукавицы, перчатки. Держаться бы. Вот, что-то сползло. Нет, что-то сползло, но... Удерживаюсь, но, блядь. Есть перчатки, хочешь? Все, где перчатки? Веревка тут есть. Вот такая перчатка. Ты что-то тащишь? Да. А нет, подожди-ка. Может, бы нам повезло? А? Все. Не повезло. До свидания. До свидания. Чуть-чуть сюда приглядеться. Ебучий. Ну что поделаешь? Судьба такой. Все, отловился. Не хотел его убить. Не хотел его убить. Мотай теперь.
берег не знаком. Нужно изучать. Я деревню тут знаю, так я по ней хожу. Меня никто не трогает, да? Да. Вот дно. Вот так, да. А как ты потом, если ты не узнаешь, то и не уже потолще. Молодца! Держи кудачок. Это уже зверь. Ближе к полторашечке. Тоже, видишь, бац, отцепилась. Ну, вот. Делай фото. Очень смешно. Очень смешно. Очень смешно. Быстрее, пожалуйста, на камеру. Да мы еще раз это самое. Вертикально. Так? Я так не люблю. Я люблю весь пейзаж. Еще раз. Так, тебя толкать? Да ладно, просто. Потом на берегу. Тихо. Она не хочет со мной фоткаться. Она какая-то бешеная. Ты что с ней делаешь? Нафиг домой. А ты говоришь. А ты говоришь, плохой у тебя, неразловленный. Он был явно, Саня был неразловлен. Здесь?
зацепило. Вылез, мы уже не на моторе, да? И потому и не мог его поднять, что он, наверное, уперся. Вот и закончилась наша троллинговая рыбалка. Машина загружена, пассажиры готовы. Ну и чё? Ну чё сегодня, чё? Это не Гаскова, это сегодня Щелгункова. Одна мелочишка, к сожалению. Ну, Санька он сегодня отличился, полторашечку поймал, ну, одну. А еще жерешка маленького. Ну, что делать? Кушков немножко. Да, нормально, поклевало хорошо, единственное, что мелочь. Да, и потеря. Да, два воблера сгинули, Мишаня, прости. Твой и мой родные братья погибли. Да. Хватки. Так что всем общий привет. До свидания.